Яша, перепелиное яйцо. Будешь кушать? На. Все. Ты уже наелся. Яшка. Очень любит перепелиные яйца. Как-то куриное ел. Потом дали один раз, как подсел, все. Куриное перестал, только перепелиное. Часто даем на улице. Побегает, поиграет. Потом прокусит аккуратно. И аккуратно вылизывает, что на снег попадает тоже. Все вылизывает. Яйцо у тебя, да, Яша. Не смотри на меня, я у тебя забирать ничего не буду. Я же тебе только что его дал. Своей мощной челюстью может просто перекусить его на раз. Но почему-то аккуратно пытается пробить где-то один зуб, одним зубом сделать маленькую дырочку и потом потихоньку оттуда начинает вылизывать. Фыркает на меня. Не любит, чтобы за этим действом особо наблюдали. А к тому же еще, чтобы я что-то говорил. Прокусил. Что, все полностью разгрыз уже? Все тщательно вылизывается. Что на снег попало внутри скорлупы.
Процесс всегда занимает около 10 минут. Иногда еще это яйцо берет и бегает с ним по всему двору, а потом только съедает. Все, на снегу ничего не осталось, только скорлупа. Вкусно было, да, Яша? Вкусно. Все.